a los pins. Давай, Олег. Будь здоров. И не кашляй, повалиться, да? Мне номерок нужен. Что? Номер телефона нужен. Милый любимый? Uh-huh. А? Uh-huh. И что делать? Ничего. Где его брать? Как где? В интернете, он у тебя тоже есть. У меня должен быть? Да. И у тебя, и у Виталика он есть. Сейчас найдем. Это ты имеешь в виду Люба? Да. А, вон ты куда собрался? К Любаньке поедешь? А? Уже приглашение есть. Да ты что? В Питер? А как же мы с Владимиром Ивановичем? Там и работа уже нашлась. Как же мы с Владимиром Ивановичем, скажи мне, пожалуйста, Олег, поедем, а? Так же, по видео. По видео? Саня заблудился. Уже немножечко. Вон ты куда захотел. Пока есть шанс. Почему бы нет? А здесь делать нечего. Хочешь в большой город? Ну и в люди вывести заодно. Да, там много возможностей. Очень много даже. Вот я поглядел, там нет такого, как у нас даже. Можно наняться стадион косить, например, центральный, где проходят все матчи по футболу. Все, за тобой стадион выкосил. Вперед. А, Галя? Да, почему нет? Санька возьмешь с Саньком. Полполя он, полполя ты. Все, вот тебе и бабки. 150 тысяч сразу за поле. Там такие расценки. Не спеши, дядь Володь. За тобой никто не гонится. Олег вот не спешит и везде успевает. Ну да. А когда на спешку, ты теряешься, как бы вот так. И смысл о чем? Все верно. Только время больше. Все верно. Полковник. А? Не спеши, говорю. Время есть. У тебя что же обед? Сколько? Долго? До скольки? Пол второго. Туда поедем. Пол второго? Успеешь ты? Да, конечно. До пяти. Там. Потом после пяти у Рамазана. Там за двором, скажите, во дворе немножко все. Ну деньги заплатят, нет? Конечно. Там все уже договорено. Кто договаривался? Батя? Мы обои с ним договорились. Ну и что, сколько выходит? Ну, у нас вы 1005 выйдет очень. За сегодня? За двоих? Вот за два огорода сейчас. Ага. И там еще? И плюс там, где-то около рубля. По трешке дало понятие сегодня. Да. Минус бензин 1000. Пятак чистый. А? Да. Вот привезли забор. Только про него спрашивал. Пиво привезли? Ну да. Разгружать? Успеешь ты за время обеда? Здрасте. Ну, ни в коем случае, да? Успеешь, Олег? Я? Ну а кто, не я же. Они выгружают. Что ты переспрашиваешь постоянно? Не понял. Что ты постоянно переспрашиваешь? Я же к тебе обращаюсь, значит ты. Так я тебе тоже. Вон, Юля, видишь, дверь открыла. Ну иди, Олег, помогай, тебе куда деваться. У меня тут своя спецовка. Здесь? Переоделся, потом пошел.
Ты смотри, я тут опоздаешь на покос с этими с бочками. Не опоздаю. Там, наверное, без тебя обойдут сейчас. Где? Ну здесь. Там, сейчас, наверное, они пока выгрузят. Там, наверное, не пиво. Ну сейчас, если вот эта машина пришла, значит, и пиво на подходе. Да? По очереди приезжать. Владимир Иванович, ну что ты, какие планы? Пошли в центральную. А что там делать? Колбаски возьмем. Колбаски? Не пойдешь, Олег, в центральную за колбаски стали? Да, мне что там делать? Да что, может, по хот-догу лупанем? А? В шаверму зайдем, лупанем по хот-догу. Хот-догом пиво разбуторишь там у себя в желудке. А то одно пиво, наверное, лупил сегодня, не ел ничего? Почему не ел? Ел. Ел? Требуху? Нет. А что? Мясное. Рагу. Рагу? Макароны по-флотски? Нет, рагу с перевязанным, с картофельным пюре. Рагу с картофельным пюре? Вещь вот такая вот. Мясное. А то ты говоришь, что требуху там должны привезти, что-то какую-то вымоченную. Какую требуху, блин? Ну, ты говорил мне в поезде. Нет, это желудки, сучки, когда их начиняешь, ну, как попадает под колбасу. Я думал, ты их там уже порол. Нет. Ну что, пойдем за колбасой? Ну, сейчас, я же не пойду через центр. Да, что ты, в рукав и все, и не видно. Ну, лимонадик. Виталику привет. Да передам. Огромный. Обязательно. О, передам. Отрыжка пошла. Чуть, по-моему, я переел дома. Рагу? Первый, второй. На второй я рагу ел. Аж пол тяжело, блин. Ничего, все пройдет. И это тоже. Это хорошо, когда питание усиленное. А остальное все пустяки. О, малышку взял, и еще все уже полный. Полный желудок? Ну оставь на вечер. Да что же я с ней таскаться буду? Да что ты, блядь, летаешь, блядь? Муха? Нет, оса. Я думал, муха. Сейчас начнем. Потихоньку. Время еще есть до темна. Все успеть? Чайком потом можно постоять, покурить, поговорить. Про работу рассказать. Как, чего? Про работу. Ну, номер ты мне вытяни как-то. У тебя есть. Вытянем, сейчас найдем где-нибудь. Ну что, пойдем, пойду я. Догоняй, Олег. Пошли. По хот-догу лупанем. До колбаски возьмем. Едем дальше, друзья.